Лучший из лучших. Такого звания удостоится не каждый. В Рязани прошло награждение лауреатов конкурса «100 лучших товаров России». Рязанская нефтеперерабатывающая компания участвует в конкурсе более 20 лет, и не раз их продукция отмечалась почетным знаком качества. В 2019 году они представили автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95 Евро-6, ставший новинкой в товарной линейке предприятия. По сравнению с теми видами нефтепродуктов и с тем же самым 95-м бензином Евро-5, значит, он имеет ряд преимуществ. Первое – это, соответственно, экологическая нагрузка на то место, где он используется. Указанный бензин обладает меньшим содержанием серы, бензола и ароматических углеводородов, благодаря чему снижаются вредные выбросы в окружающую среду. Взятый курс на модернизацию производственных мощностей позволяет РНПК работать над качеством продукции и выпускать новое топливо. Бензин Евро-6 имеет высокие эксплуатационные характеристики, а также позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах и в камере сгорания двигателя. На конкурсе 100 лучших товаров России бензину Евро-6 присвоен статус «Новинка», а также единственный в регионе почетный знак «Золотая сотня». Им награждают товары из числа лауреатов, которые выделяются своим превосходством по качеству, экологичности, безопасности материала и энергоэффективности на стадии их производства и применения. С мая новое топливо уже появилось на АЗС Роснефти в Рязани, и рязанский потребитель смог оценить этот товар, заливая его в бак своего автомобиля. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».